Юрий Филиппович, там в чем заключается именно клевета? Потому что вот Медведев назвал ответственным губернатором, губернатор возглавляет комиссию по тушению там по чрезвычайным ситуациям, а вот мы подняли выступление Серебрякова, и вот он как раз об этом и говорил. Тут в чем клевета заключается? То есть сам факт, и они верны? Да, он является ответственным, он за все правильно? То есть, ну, сами факты от ответственности, они верны, то есть... Даже если мы никто не снимал, все губернаторы были до этого, и с них никто не снимал ответственность. И каждый год пожары были. И черное небо при тех же губернаторах было. Так вот, законодательные собрания вот эти, и Серебряков тоже бы, не бросал бы языком, а помогал бы. Усу. Вот преодолеть вот эти препятствия. А вот как-то же, вот Усу на вас, вот Усу. Вот смотрите, еще мы идем вот исключительно по фактам, указанным в письме. У вас был Чайка, он подтвердил все данные, озвученные по фактам хищения уже леса. Вот здесь, то есть сами факты, о которых говорит Серебряков, они верны. Есть, да, Но об этом пока еще никто не говорит. Об этом кто украл этот лес? Выявили этих людей? Ну, я так понимаю, у вас следствие идет по этому поводу. Мы нашли этих людей, которые непосредственно воровал. Давайте мы их привлекем, давайте мы их в тюрьму посадим или что там. То есть, ну, по сути, факт хищения леса... Да, воровали лес. Вы виноваты, вы только уж, правильно? Не только. Тоже законодательное собрание само виновато. Тоже законодатель в свое время не приняли меры. Что они не знали, что воруют в Красноярском крае лес? Они прекрасно знали о том, что в Красноярском крае воруют. А с другой стороны, я не знаю, чье это мнение, лично мое мнение. У нас леса много. Продавать, надо сказать спасибо, что китайцы еще у нас ее покупают. А то она так вот горела бы, и гнила бы, и никому не нужно было бы. А в том, что вот именно воруют, это надо взять на правоохранительные органы, и законодательное собрание. Есть, значит, со своей командой. Вот. Есть в районах команды, которые отвечают за это.